В нашей галактике много рас, и история любой расы насчитывает огромное множество событий на протяжении тысяч лет. После выхода ОНИ в космос и объединения с другими расами, количество событий лишь увеличивается. У каждой цивилизации есть немало памятных дат и персоналей, и в этом люди ничем от других не отличаются. В каждый момент времени происходит что-то, что считается важным, но вряд ли кто-то будет спорить, что последний десяток лет, оканчивающийся 2186 годом, является самым важным в известной истории галактики. И так уж случилось, что огромную роль практически во всех этих событиях сыграл небезызвестный талантливый адмирал Дэвид Эдвард Андерсон. Этот человек был рожден в 2137 году на Земле, в Лондоне, и назван в честь Карла Дэвида Андерсона, ученого-астрофизика, изучавшего космические лучи в середине позапрошлого века. Несмотря на место рождения, в силу видимого воспитания, Дэвид не получил привычного местным британского акцента. Впрочем, отсутствие такового не так важно, как отсутствие некоторых других черт, присущих многим другим военным. К примеру, ксенофобии, которой еще только предстояло массово проявиться через годы. Пока что еще не было причины. Лишь в 12-летнем возрасте маленький Дэвид увидел в новостях Джона Гриссома после возвращения того из экспедиции за ретранслятор Харон. Это был тот самый 2149 год, когда был открыт нулевой элемент и эффект массы, и Альянс начал вовсю бороздить Солнечную систему, а также осторожно выходить за ее пределы. Этот момент произвел на мальчика сильное впечатление, и Андерсон во что бы то ни стало решил стать военным, а Джон Гриссом стал его кумиром. Годами позже Дэвид и правда поступил на службу Альянса и почти сразу же заслужил очень хорошую репутацию. Внешне Андерсон был очень статен и хорошо походил на стереотипного военного. Высокий рост, хорошая слаженность, суровый вид. Однако сослуживцы и командование отмечало не только внешнюю, но и внутреннюю составляющую этого человека. Андерсон был прост и понятен, прямолинеен, что для военного ценное качество, а еще необычайно добр и терпим по отношению к остальным. Это тот самый тип, который никогда не бросит тебя в беде. В то же время, простота и прямота Дэвида Андерсона хорошо сочетались с его строгостью по отношению к подчиненным, что делало его еще более хорошим командиром. И хотя всегда находились те, кто считали такой идеалистический склад характера неуместным для военного, Дэвид Андерсон замечательно себе зарекомендовал в итоге на посту командующего. Подчиненные прекрасно видели, что каждая жизнь для него ценна, и разбрасываться ими он никогда не станет. Это качество еще не раз проявит себя впоследствии, и не всегда в пользу Андерсона. В 2157 году, в возрасте 20 лет, Дэвид завел семью, но, к сожалению, этому браку не суждено было стать счастливым. Хоть супруги и любили друг друга, жена Дэвида, Синтия, вынуждена была жить на Земле, в то время как сам Андерсон нес военную службу в далеком космосе. Такова уж его работа. Через 8 лет это закончилось мирным разводом. Мирным, но болезненным. Но если личная жизнь не особо ладилась, то военная карьера шла в гору. В том же 57-м году Андерсон уже был одним из наиболее перспективных курсантов программы N7 Академии Арктура. Там он получил звание второго лейтенанта еще даже до окончания обучения, что уже о многом говорит, и стал командиром учебного отряда. Более того, на выпуске сбылась еще одна мечта Андерсона. Его достижение лично заметил его кумир Джон Гриссом. Он высоко оценил талант лейтенанта и посоветовал тому готовиться к войне. Он рассказал Дэвиду о том, что экспедиция Альянса столкнулась со внеземной цивилизацией, и, судя по всему, это могло закончиться чем-то серьезным. И примерно так и произошло. Речь, конечно же, о войне Первого Контакта, черном пятне на истории как Альянса, так и Турианской иерархии. В этой войне довелось участвовать и Дэвиду Андерсону, и ее он прошел, как и подобает образцовому военному, героически и эффективно. К счастью, эта война была недолгой, и после ее окончания Дэвид Андерсон также начал вызывать симпатии у турианцев, так как обладал редким на то время человеческим свойством – отсутствием той самой ксенофобии. Многие люди, впервые столкнувшись с иной расой, как и полагается, боялись неизведанного. Так уж устроена наша психика. И если для турианцев новые виды разумных существ были уже привычны, то для людей это был нонсенс. Поэтому многими правили страх и неуверенность. Отличный повод не взлюбить расы Совета просто потому что. Андерсон же был лишен таких свойств и вкупе с общей дружелюбностью и прямотой пришелся по вкусу представителям власти рас Совета. Он желал влиться в галактический социум, и ему это с легкостью удалось. В своем общении он одинаково относился ко всем, независимо от видовой принадлежности. Возможно, благодаря еще и этому свойству Андерсон многими всерьез рассматривался как потенциально первый спектр от расы людей. Это позже сыграет с ним злую шутку.
Шло время, и Дэвид Андерсон поднимался по карьерной лестнице. В 2165 году он служил на фрегате ВКС Альянса «Гастингс» в ранге штаб-лейтенанта. В этом же году «Гастингс» получил сигнал бедствия с удаленной исследовательской станции на Сидоне, и именно Андерсон возглавил наземную группу бойцов, пришедших на сигнал. Отряд обнаружил, что в работу станции вмешался предатель, и та была захвачена бандитами из «Синих светил». В отряд Андерсона входила также Джилл Дах, еще одна старая знакомая сослуживица лейтенанта, с которой он прошел войну первого контакта. Она была не только отличным бойцом, но и очень хорошим другом Андерсона. Она серьезно пострадала в зачистке исследовательской базы, так как «Синие светила» устроили засаду, заминировав комплекс. Джилл при этом была серьезно ранена в ногу, так бы она и погибла, но Андерсон не бросает своих в беде. Он приказал отряду отступать, а сам нес раненого бойца на себе к эвакуационному лифту. Самое забавное, что у него ничего бы не получилось, если бы отряд Андерсона не нарушил его же приказ и не остался ждать его самого у лифта. В целом операция закончилась хорошо, раненая нога Джилл в итоге восстановилась. Как раз вернувшись после операции на Цитадель для отдыха, Андерсон получил извещение об окончании бракоразводного процесса. Он понимал, что так будет лучше, но все равно был подавлен и, по общечеловеческой традиции, отправился в логово Коры, чтобы культурно расслабиться или, если быть более точным, нажраться в сопли. Но долго отдыхать ему не пришлось. Как выяснилось, стычка в комплексе на Сидоне была лишь верхушкой айсберга. Посол Анита Гойл вызвала Андерсона к себе и рассказала, что в том комплексе нелегально исследовали искусственный интеллект, попросив при этом Андерсона заняться расследованием. Здесь важна была осторожность, так как обнародование этого инцидента вызвало бы недоверие к Альянсу, ведь работа над искусственным интеллектом в галактике запрещена. Кварианцы не дадут соврать. В своем исследовании, использовав связи с ларианкой-посредницей, Андерсон обнаружил записи единственного отсутствовавшего в комплексе ученого, Калли Сандерс, а также сведения, что она не абы кто, а дочь Джона Грисома. Он отправил об этом секретный отчет в штаб Альянса, но, к сожалению, это позже ему аукнется неприятностями. Точнее, не столько ему, сколько самой Калли, так как сообщение перехватил и расшифровал Цербер. В итоге это привело к попыткам террористической организации похитить Калли Сандерс. Но это случилось лишь через несколько лет, и сам лейтенант в этом участие не принимал. В тот же момент Дэвид Андерсон под прикрытием отпуска отправился на Элизиум, чтобы встретиться с отставным уже контр-адмиралом Грисомом. И последний схитрил, сказав, что отправил свою дочь в систему Терминуса. Однако Дэвид догадался и решил понаблюдать за домом адмирала. И очень вовремя, так как на него очень скоро напал Кроган Скар, тоже искавший Калли. Кроган был очень силен, и скорее всего и Грисом, и Андерсон погибли бы, но им на помощь пришел спектр-турианец Сарен Артериус. Его помощь, разумеется, была не бескорыстна, ему нужны были сведения от Калли, но выбирать не приходилось. Впрочем, Калли Сандерс обманула спектра, рассказав ему о якобы бионических исследованиях, скрыв сведения об истинном назначении станции на Сидоне, и после этого Андерсон и Калли покинули Элизиум. Нити расследования привели Андерсона к компании Дахтана на планете Камал, где доктор Шу Чиань, ранее исследовавший тот самый искусственный интеллект, продолжал заниматься тем же на основе данных, украденных Сидона. На Камале Андерсон застал лишь пылающие руины Дахтана, кто-то уже успел напасть на комплекс. И лейтенанту вновь пришлось объединить силы с Сареном, который предупредил Дэвида, что Калли Сандерс доверять нельзя. Дело в том, что Сарен на тот момент уже выяснил, что та ему лгала про станцию на Сидоне, и это привело его в ярость. Только вот Андерсон видел все немного в другом свете, да и трудно было не доверять той, кому уже активно развивались романтические чувства, притом обоюдно. Как показала практика, гораздо больше оснований было не доверять самому Сарену. Истинными его мотивами были поиски некого корабля под названием «Властелин», который тот хотел использовать как инструмент захвата контроля над галактикой. Это желание в итоге сбылось и сыграло с ним злую шутку. Ведь кораблем оказался жнец, который легко одурманил Сарена и довел до неприятного финала. Но это случится позже, а в тот же момент переданная Калли информация через Андерсона все же попала к послу, и та быстро добилась от совета одобрения спасательной операции, на которую были посланы те же Андерсон и Сарен. Воистину, идеальный состав спасательной группы. Уже на тот момент они оба открыто ненавидели друг друга, и в итоге спасательная операция очень быстро превратилась в балаган. Во время эвакуации Калли все же настиг Кроган Скар, и Андерсон сосредоточился на ее спасении, в то время как Сарен устроил взрыв на заводе по переработке нулевого элемента, где как раз таки содержали Калли. И хотя они вдвоем смогли победить Скара и остаться при этом в живых, все-таки многие рабочие завода погибли.
Всю ответственность за инцидент Сарен свалил на Андерсона. Никакого расследования не было, ему поверили на слово, и лейтенант был дискредитирован в глазах не только Совета, но и некоторых представителей Альянса. Последних, впрочем, было меньшинство. С этого момента ни о каком становлении спектром не могло идти и речи, как и о приязни к Сарену. Начинающиеся отношения с Калли Сандерс тоже пришлось поставить на паузу. Все по той же причине. Работа требовала их присутствия вдали друг от друга. И все же, хотя всякие неудачники вроде Харкина и посмеивались над неудачей Андерсона, в целом Альянс единодушно считал его героем. И это было справедливо. Он имел множество наград, и как позже о нем шутя отзывался штурман Пресли, если Андерсон переплавит все свои медали, то сможет отлить себе статую в полный рост. И это было не таким уж преувеличением. Для Альянса он был очень ценен. Его повысили до капитана и назначили на очень ответственный пост. Именно в тот момент совместно с турианскими инженерами человечество разработало и собрало первую Нормандию. К тестовым полетам на таком корабле нельзя было относиться спустя рукава, поэтому кандидатура Андерсона подошла туда идеально. Ему полностью доверяло командование что турианцев, что Альянса, поэтому полностью развязало ему руки в наборе команды. И к этому он подошел очень ответственно. Зарекомендовавший себя штурман Пресли, отличный доктор Карин Чаквас, талантливейший солдат-биотик Кайден Аленко, главный инженер Адамс и, конечно же, будущий спаситель галактики от древнего ужаса, старший помощник Джон Шепард. Для Андерсона последний был не просто помощником. Как это часто бывает, рабочие отношения быстро в таких условиях перерастают в доверительные и далее в дружеские. Но помимо этого, Андерсон видел в талантливом помощнике того, кто, с учетом всех его заслуг, отлично подходит на звание Спектра. Как выяснилось, такого же мнения о Шепарде и другой знакомый Андерсона, небезызвестный адмирал Хакет. Долго убеждать последнего не пришлось, и с посыла адмирала Шепарду было устроено испытание, после чего тот смог осуществить то, что не удалось Андерсону – стать Спектром, первым Спектром-человеком. Дэвид был очень горд этим и в то же время обеспокоен. За нападением гетов стоял Сарен, и уж кому как не Андерсону знать, насколько хитер и изворотлив этот турианец. На совете тот открыто насмехался над капитаном, намекая, что тот просто пытается отыграться за собственную неудачу. Именно тогда с посыла у Дина Андерсон идет на тяжелый для себя поступок, но единственно правильный в данной ситуации. Раз совет не допускает Андерсона к расследованию дела Сарена из-за предвзятости, то этим должен заняться новоиспеченный Спектр. Дэвид уступает ему звание и свой корабль. Сам же остается на цитадели, где более полезен для Шепарда в качестве консультанта. Он признается, что не таким видел завершение своей карьеры, однако в целом был доволен, что передал дело в надежные руки. Он поддерживал Шепарда во всем, даже тогда, когда сам не мог с полной уверенностью сказать, что тот прав. Но он полностью доверял командору. Когда вскрылась страшная правда о жнецах, Дэвид Андерсон и Стивен Хакет стали чуть ли не единственными власть придержащими военными в галактике, кто поверили Шепарду. Совет же был не столь дальновиден и решил, что теперь, когда установлено, где Сарен, это их личное дело, к тому же дипломатически ответственное, будто до этого оно таковым не было. Они дали приказ заблокировать Нормандию в доке. Андерсон догадывался, что ни к чему хорошему это не приведет, и пошел на поступок, который явно должен был навредить его репутации. Он, согласовав заранее план с Шепардом, ворвался в кабинет Удин и, вырубив того, разблокировал Нормандию, после чего Шепард смог отправиться за Сареном. К тому, что искомый Сареном на Илосе канал окажется мини-ретранслятором, ведущим на Цитадель, никто не был готов, включая, разумеется, Андерсона. Когда гетты устроили побоище на Цитадели, Андерсон находился в эпицентре событий. Но он сумел уцелеть в схватке, и как только Властелин был уничтожен, сразу же возглавил спасательную команду в залах Совета, откуда последний раз вещал Шепард. К его счастью, командор уцелел, а спасение Совета значительно укрепило авторитет человечества. И Андерсону даже поручили место советника, но тот пожелал уступить его Удине, так как никогда не тянулся к бюрократии. Впрочем, ему все равно пришлось с ней столкнуться так или иначе, так как его работа была в основном с ней связана. С большим сожалением и неудовольствием он наблюдал, как Нормандию с экипажем отсылают добивать гетов, а затем пришла весть о гибели Нормандии. К тому моменту Андерсон официально стал адмиралом и помощником Удины. Отношения с последним у Андерсона были чуть лучше, чем с Сареном, но выбора особо не было. Большой и раздражающий объем работы не давал Дэвиду расслабиться, и, наверное, он даже не заметил, как пролетели 2 года и пришли вести о том, что Шепард жив.
Он тут же отправил тому сообщение с приглашением посетить его на цитадели. Безусловно, он понимал, что Цербер очень сомнительный союзник, что вся эта авантюра может быть обманкой, как понимал это и Хакет. Но у Хакета и Андерсона, с которыми они нередко работали вместе, разные характеры. Возможно, именно прямота и идеалистичность позволили Андерсону практически моментально поверить в возвращение друга, в то время как Хакет все колебался и боялся ошибиться. Хотя, безусловно, Андерсон был раздражен связью Шепарда с Цербером. Да и сказать, что адмирал по-детски всецело доверился Шепарду моментально, тоже не совсем верно. Он просто был менее подозрителен, чем тот же Хакет. И все же Шепарду он не смог раскрыть детали операции его старого друга из экипажа Нормандии, который сейчас проходит на горизонте. И это не совсем в духе Дэвида. Он с готовностью рассказал бы Шепарду даже такую информацию, ведь он прекрасно осознавал, какая ноша лежит и еще ляжет на плечи командора. Но он также был осторожен, и лишь после столкновения на горизонте понял, что старому другу можно все так же всецело доверять. Спустя несколько месяцев после уничтожения базы коллекционеров и сдачи Шепарда властям Альянса, Андерсон занимался управлением торговыми переговорами Альянса с Элкорами, Турианцами, Волосами. Это раздражало его все больше и больше. Он, конечно же, был способен выполнять всю эту работу, но по характеру она ему не подходила, да и это явно не то положение, в котором он хотел бы видеть себя в старости. С каждым месяцем он все больше не любил эту работу. Его стихия обычно солдатская жизнь. Именно поэтому, получив сообщение о помощи, он с огромной радостью сбросил торговые переговоры на Удину и рванул на зов. Поэтому, и еще потому, что позвавшей была Калли Сандерс, конечно же. Как стало известно, Цербер похитил некого Пола Грейсона, и Калли попросила его найти. Тут Андерсон показал переданные ему данные турианскому послу, и та, поняв всю серьезность ситуации, убедила некоторый контингент турианских военных помочь Андерсону. Сделать это было не очень сложно под давлением как фактов, так и уважения к Андерсону. Тот, уже наплевав на свою политическую карьеру и решив, что все равно его с работы уволят, решил использовать рычаги, устроив совместные военные учения турианцев и людей. Разумеется, это было лишь прикрытием для отряда турианцев во главе с Андерсоном, которые зачищали убежище Цербера на цитадели. После этого Андерсон официально сложил себе полномочия, и вместе с Калли они отправились туда, где держали Пола Грейсона. Это был не просто какой-то агент. Пол Грейсон стал экспериментом Цербера по усовершенствованию человека при помощи технологии жнецов. Первым экспериментом. И как это обычно и бывает в таких ситуациях, сперва все было более-менее хорошо, и Пол себя контролировал, или думал, что контролировал. Именно так обычно и бывает с технологиями жнецов. И он сбежал от Цербера. Призрак намеревался его поймать и уничтожить, и для этого заключил сделку с Ари Телуак, чтобы захватить Калли Сандерс и использовать ее как наживку для поимки суперсолдата. Но Андерсон сумел одурачить подручного Ари и застрелить его, а остальных ее наемников уничтожил подоспевший Пол Грейсон. Только тот пришел не спасать их, он просто больше не контролировал себя. И он с легкостью уничтожил бы и Андерсона, и Калли, но тем на помощь пришел Кайлен. Вот уж действительно, Андерсон с Калли будто олицетворение насмешек судьбы. Их спасали от смерти и Саран, и Кайлен. Конечно, это не было актом доброй воли с его стороны. Он просто в тот момент выполнял свою задачу, и выгоднее было заручиться помощью Андерсона. Но последний прекрасно знал на тот момент сущность Лена, и вынужденный союз очень быстро был разрушен ударом по голове Кая. В дальнейшем Андерсон и Сандерс отправились в Грисомскую академию, куда и вернулся Пол Грейсон, окончательно обезумевший. И там же Андерсону удалось его уничтожить, застрелив из дробовика. Он с легкостью мог бы расправиться еще и с подоспевшим Кайленом, но вынужден был оказывать помощь смертельно раненому. Хотя все же была возможность застрелить агента Цербера. Но, видимо, доброта Андерсона не позволила этого сделать. Поэтому тот ограничился лишь прострелом обеих ног. Видимо, это тот самый случай, когда доброта неуместна. Ведь Кайлен натворит еще немало бед, прежде чем будет убит. Вскоре после этого инцидента Андерсон вновь вернулся на Землю, где встретился с Шепардом. Как раз в тот момент жнецы прорвали оборону и вторглись на Землю. Вместе с напарником адмирала удалось пробиться к прилетевшей Нормандии, но в итоге Андерсон отказался улетать, решив возглавить оборону на Земле. С этих пор он регулярно связывался с Шепардом через передатчик. Самоубийственная инициатива. Однако, это именно та жизнь, которой хотел Андерсон. Именно к такой жизни он бежал, от той бумажной волокиты. Несколько месяцев Андерсон отбивал атаки войск жнецов, пока Шепард объединял галактику для решающего боя, который в итоге случился на Земле, прямо в Лондоне, на родине Андерсона. Самоубийственный бросок, последняя атака,
И вот оба они, Андерсон и Шепард, оказываются на закрытой цитадели, где управляемый жнецами призрак берет обоих под контроль. Демонстрируя силу этого контроля, свое мнимое могущество, призрак заставляет Шепарда выстрелить в Андерсона. Но сила убеждения командора и, что ни говори, сила воли призрака все же одержали верх над контролем жнецов, положив этому кошмару конец. Рана оказалась смертельной. Глядя на бушующее в космосе сражение, смертельно раненые Шепард и Андерсон в последний раз беседуют. Перед смертью старый адмирал говорит, что безумно устал. Будто бы не отдыхал много лет. Что, в общем-то, недалеко от правды. Его последними словами стало выражение гордости за Шепарда. И после этого Дэвид Андерсон наконец обрел заслуженный покой. Свои герои есть у каждой цивилизации. Каждый для нее важен. Но среди них есть и такие, роль которых особенно велика. И в страшных событиях, когда всему разумному населению галактики грозила гибель, Дэвид Андерсон играл одну из первых ролей. Он был одним из тех героев, благодаря кому галактика выстояла. И Альянс этого никогда не забудет.